Добрый день, друзья! Гончаров Сергей, технический эксперт компании Сингента. Мы с вами сегодня на полевом городе компании Сингента, Тимский район, Курская область. Опыты с пивоваренным ячменем, сорт Квенч, изучаются разные системы защиты. И здесь стандарт, то есть необработанные делянки ячменя без системы, без защиты. Листовые болезни – один из важных факторов, который может сократить урожайность и качество пивоваренного ячменя. Гельминтоспириозные пятнистости – чем их больше, тем меньше зеленая фотосинтезирующая поверхность растения, а значит, меньше возможность формировать урожай. Это, во-первых, темно-бурая пятнистость, это сетчатая пятнистость. Здесь можно обнаружить и прикорневые гнили. И каждый орган растения имеет свой вклад в урожайность. Флаговый лист 12-15%. Второй лист, он может влиять на 35-40% на формирование биомассы. И именно он наиболее важен для получения и урожайности, и качества. Здоровье этого листа очень важно для земледельца. Как его сохранить зеленым, работающим, а значит, обещающим хороший урожай? Посмотрите, какие здоровые, чудесные посевы. Неудивительно, 16 дней тому назад их обработали новым препаратом Элатус-Рия, который обеспечивает очень продолжительную защиту посевов от всех листовых болезней. Что 16 дней? Он 40 дней держит. Ни одного пятнышка. И, соответственно, густой, продуктивный стеблестой. Такая красота!